Где видосы «Страна в дерьме»? Вы запарили? Где видео? Вы обещали 2 видео выложить. Кому досталось 300 рублей? Вообще отпишусь от вас нафиг. Постоянно орёт, что у вас времени ночью не хватает. Нафиг вы вообще сюда пошли тогда? А сейчас я тебе вообще леща дам. Сядь! Ты все проорался? Нет. Ты успокоился? Да. Друзья, всем большой привет и сразу ответы на некоторые из вопросов. Друзья, на самом деле приятно видеть, что прошлый видос зашел, потому что моя личка разрывается с вопросом, кто же все-таки тот тип из формулы, который снял свое рукоблудие на видео. Моя нет. Друзья, а теперь пора подвести итоги розыгрыша. Кому же досталось 300 рублей на баланс? Я вот здесь вот такой выведу, не обижайся. Так, берем, копируем ссылку, вставляем в приложение, нажимаем здесь, что те, кто поделился, тын-тын-тын, и барабанная дробь. Не могу 3 дня так делать. Ульяна Бахвалова. Друзья, правила остались без изменений. Друзья, все то же самое. Репост видео. Вступить в группу, если вы до сих пор мне не вступили, то вы конченый мракобес. Вступить в группу и, конечно же, подписаться на канал, если вы не подписаны на канал, что вообще в аду для вас ждет отдельный котел. С прошлого видео мы сделали некоторые выводы, и вот смотри, короче, про порно никто никогда не рассказывает. Вот нет, вот я не знаю, например, такого блогера, кто рассказывает про порнуху. Ты знаешь такого блогера хоть одного? Ну там, не считая Ликея, там пару топов, там типа 5 крутых порноактрис. Я хотел сам этим заняться. Короче, будем постоянно менять формат, мы обязательно когда-нибудь найдем золотую середину. И теперь мы будем делать как Snail Kick, блог не блогер, у нас будет несколько тем. И первая тема — это порно. На заставку придумать какую-нибудь. Где эту? Ну эту рыжую нахуй. Смотрите, рыжую ебать. Знаешь, что я сейчас делаю? Сижу в паблике школы Академии Братской. Раз уж мы решили заговорить про порно, представляем вашему вниманию видео с презентацией нового супер высокотехнологичного ультрасовременного костюма против взрывов Ратник 2. Какие дифирамбы-то прям вообще! В интернете этот костюм уже окрестили как ватник. Друзья, и мне кажется, наши немножечко опоздали с внешним видом данного костюма. Дело в том, что японцы используют такой дизайн уже как с 10 века. Спасибо. С 10 века. Но дело-то далеко не в этом. Дело в том, что когда этот видосик заканчивается, можно, кстати, просмотреть всю презентацию. Там есть еще наночасы, которые, о боже, про ним поезжает шина, и они не ломаются. Кого не обосраться? Они не ломаются. Еще там есть зарядка от костра. Да. Тебе папа стопудово же на машине проезжал по ноге, ломала ногу? Как видишь, нет. У тебя как бы не металлическая нога, ну, насколько нет. Я знаю, не деревянная. Нет. Тебе ж не сломала ногу, а вот металлические часы не сломала шина. Ну ладно, вопрос на самом деле не в этом, а вот в этой прекрасной девушке. Кого-то она мне напоминает. Мне нужно вот это залить туда. Туда, в смысле, про... А? Видал? Так это одна и та же, нет? Одна и та же. Да ладно. Да стопудово она. Космос для меня. Друзья, эту девушку зовут не Виктория, как говорят в видео. Ее зовут Арвен Голд, более известна в миру как Алена Костина. Я бы и ссылку на самом деле на страницу отдал, да YouTube может воспринять это как распространение порнографии. А у нас и так монетизация отключена на большинство видосов, потому что мы ебаные экстремисты. Друзья, а каких русских порноактрис знаете вы? Пишите свои варианты в комментарии, и мы узнаем, что мы узнаем при этом. Кто из них делает лапису? К
Короче, чтобы еще хайпить, вот порно, да, надо еще какую-то тему, которую все хавают. Рэп. На этой неделе в США скончался Лил Пип. Знаешь, что такое Лил Пип? А нет. Вот, и мало кто знает, кто такой Лил Пип. Но, как сказал Оксимирон в своем твиттере, музон мне его не очень сильно нравится, но от наркоты умереть надо об этом задуматься. А все, что говорит Оксимирон, это правда. Да, именно. Я бы с этим был поспорил. Друзья, кроме шуток, Лил Пипу было всего 21 год. На самом деле, если кто-то из вас знаком с творчеством этого рэпера... Мертвого рэпера! Если у него есть прям кочевые треки, которые нравятся исключительно вам, скидывайте их обязательно в комментарии, и мы нахуй вас забаним. Мне скидывайте. Мне! Скидывайте Женьку в личку с пометкой, вот ты хуйню слушаешь, конечно. Может, кому-то его творчество искренне нравится, но как бы не нам судить, бог вам судья. На самом деле Лил Пип — это кореш фараона, ну это все, что я нашел в интернете на него интересного. Кент его, Кент фараона, ну который этот. Эй, это все дико, например. А еще где вот он, вот там. Ну, потом где вот это. Где вот это особенно мне понравилось. Это ну, просто... Там, где я его там, это... Там я его там, вот да. Этот знаменитый сингл. Да, да, да. Там я его там. Там я его там, шишки, там я его. Прикинь, там я ее там. Там я ее там. Это новый сингл. Там я его там. Он давал пару концертов в Москве, у него есть там какой-то знаменитый бла-бла-бла клип, я где-нибудь здесь вставлю, что часть съемок проходила в Москве. А еще этот чувак знаменит тем, что Фейс. Ну, который там. Да, я понял. Я роняю Запад, я роняю Запад, даже некоторые татуировки на своем лице Фейс украл у этого чувака, поэтому всем, кто все-таки испытывал милые и приятные чувства к творчеству Лил Пипа, приносим свои соболезнования. В нашем современном мире рэп и порно никогда не были так рядом с друг с дружкой, как сейчас. Некоторые панчи про матерей, там, шутки про матерей. Sorry, друзья, на этой неделе был опубликован первый тизер фильма Deadpool 2. Они там еще придумали какое-то название. Я не знаю, пока мы видос снимаем, это название неизвестно. Видос называется «Искусство живописи». Ну не живописи, а живописи. Да, да, да. Ну там юмор в этом. Да я тебе отвечаю, надо смотреть. Да он угарный. Я тебя слушаю, братан. Пидор. Я все слышу, хватит. А вот и готовый шедевр. Прекрасный образец современной живописи. Кто еще не смотрел, рекомендуем обязательно к просмотру. Были слиты скриншоты из предстоящего трейлера «Мстители 3» в сеть. И что мы увидели на этих скриншотах? Да ни хрена нового, друзья. Тем, кому не было лень, они могли в Ютубе уже давно посмотреть экранку. Но все фанаты Марвел и прочие гики будут довольны такой новостью. Что вот еще цепляет зрителя? Порно, рэп, кино. Ссаные блогеры, которые обсосы эти, которые работать не хотят, вот видосики свои клепают на YouTube, короче, чтобы не работать на заводе. Какие события, связанные с блогерами, произошли на этой неделе? Ну, во-первых, главный мракобес сия интернета, жюри одного из самых мерзопакостных шоу Hype Camp, Данил Комков, принес свои извинения о том, что он вел себя последние пару месяцев как конченая сука. Мракобес не потянул то, что он хотел на себе потянуть, типа он тут такой король, там все опустили, там интернет не прощает ошибок, друзья. Если ты ведешь себя как конченая сука, наказание тебя обязательно настигнет. Это работает, кстати, не только на Ютубе. На этой неделе небезызвестный Димка Ларин побывал на детекторе лжи у самого Соколовского. Ну, Соколов, который любитель покемонов в церкви ловить. Я понял. Вот. И, конечно же, главный хайпажор интернета Николай Соболев принял участие в съемке самой классной передачи на телевидении, потому что, в принципе, все остальные передачи говно. «Вечерний Ургант». Спросим у обычного рядового обывателя его мнение. Женя, что ты обо всем этом думаешь? А мне вообще похуй. Друзья, и, конечно же, у нас новая рубрика. Как она будет называться? Как анекдот на английском? Анекдот. Анекдот. The анекдот. The анекдот. Рубрика «Джок недели». Или «Чок недели». Не, «Джок недели». Анекдот of the day.
Ну, короче, друзья, такая тема. Заходит как-то мужик, короче, в публичный дом. Последнюю там мелочугу что-то соскреб. Это просто, я не знаю, ну, самые последние копейки, короче, деньжата, бабки собрал. Такой подходит к этой бабе, которая там, ну, ими самими торгует, короче. Подходит такой, говорит, бабу надо срочно, блин, терпежу, нет, бабу срочно надо. А такая, баб нет. Ты такой, что, вообще баб нет, что ли? Ну, нету баб. Суслика, говорит, будешь? То такой, а чё баб совсем нет-то такая, нет? Ну давайте суслика, ладно, так уж и быть. Ну на следующий день такой прибегает, суслики, говорит, есть. Она такая, нет, а бабы? Нет. А чё, говорит, есть? В комнату смеха, говорит, пойдёшь? Пойду. Ну заходит, короче, в комнату смеха, там сидят мужики, короче, курят, ржут, короче, там. Ну всё нормально у них, вообще весело. Ну и представляете, да, такая картина, потому что с одной стороны зеркало, а с другой стороны просвечивается, ну не видно как бы ничего. И там ни о чем не подозревая, вот такой вот толстенный жлоб на вот такой вот ливер кота натягивает, короче. Кот вережит, такой, уааа, и этот такой стоит, а, пацаны, говорит, картина обоссаться просто. Те такие, да это, говорит, фигня, вчера тут один суслика ебал, мы вообще оборжались нахрен. Друзья, огромное вам спасибо большое за просмотр. Огромное спасибо заранее вам за репост, за коммент, за вступление в группу, за вступление в ИГИЛ. Опять забанят за экстремизм. Друзья, мы решили внести традицию заканчивать выпуск какой-нибудь крылатой фразой. И этот выпуск мы закончим фразой, взятой из игры Stalker «Зов Припяти». Нажмите В, чтобы идти. Всего вам доброго. Спасибо. Yeah, 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 yeah.